Зажигательные мелодии, известные мотивы, отличное настроение. На главной ледовой площадке округа, театральном катке, выступил инструментальный дуэт «Баян Микс». Для химчан артисты виртуозно исполнили российские и мировые хиты. А нам все это не впервой, а нам наверено судьбой, оберегать нас нежки курица в покое. Все! Да! А пожелать ли мне Для музыкантов Рената Димаева и Сергея Каткова выступление в Химках стало настоящим событием. Говорят, жители округа встречали радушно и активно танцевали, подпевая любимым композициям. Мы сегодня выступили в прекрасном сквере, каток театральный города Химки. Потрясающая атмосфера. Люди с огнем в глазах, счастливые, здоровые и любящие спорт, пришли нас послушать и покататься под наши инструментальные и вокальные номера. От всей души хочется сказать самое большое спасибо зрителям, катающимся на коньках сегодня. Они позитивно и очень с огнем нас встречали. Концерт коллектива «Баян Микс» стал продолжением из целого цикла праздничных мероприятий. Ранее на театральном катке выступали группа «Ромарио» и певец Александр Ягья. Также химчанам показали два ледовых шоу. Все это прошло в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Андрей Липанов, Елена Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.